Это программа «Утро на СТС». И делать это утро по-настоящему веселым, вы помните, нам сегодня помогает детская вокально-хореографическая студия «Лолипопс». И у нас уже приготовились, давай я все-таки представлю следующих героинь. Маша Батнару, Янела Бленару и Николь Скутарь. Да, у каждого из нас есть любимое время года. Вот у наших маленьких певиц и танцовщиц, да, танцовщиц есть любимое время года под названием «Без сна». Я думаю, что многие наши телезрители также любят и обожают весну. А за что ее любят наши гости? Прямо сейчас и узнаем. Сегодня у нас в гостях, и все это студия «Лолипопс». Да, благодаря вам, девочки, мы себя почувствовали себя тоже детьми, и мы тоже полюбили, как и вы, весну. А вот почему вы любите весну? Вот я, допустим, в детстве всегда любил лето, потому что летом каникулы, можно было съездить на море, к бабушке. А вот вы почему любите весну? Ну, потому что весной больше цветов и красивее. Ваши цветочки все у вас на голове сейчас, мы видим на платьях. А почему вам нравится весна? Pentru că este colorată și are multe flori. А какой цвет больше всего нравится? Care culoare
чамная информация? Розы. Mm-hmm. Говорили. Mm-hmm. А тебе почему нравится весна? Бачка сонфлор мульти. Mm-hmm, тоже. А какой любимый самый цветок? Кари, флори, чамая префера? Рош. Mm-hmm. Да. Трандафир, да? Роза. В общем, помимо того, что нашим гостям нравится весна, нравится нашим гостям и петь, и танцевать. В общем-то, это совпадает с героем следующей рубрики. Сегодня в лицах улиц Артем Дрига познакомит нас с чемпионами по хип-хопу. Так что, Артем, тебе слово.